цель, чтобы восторжествовала в данной ситуации справедливость, то есть лицо, которому должны быть применены меры принудительного медицинского характера, все-таки эти меры должны быть применены с учетом реальной степени того, что он совершил, насколько действительно он действовал самостоятельно и насколько он выполнял волю других людей. Кстати, надо отметить вообще, что почему-то у нас опять не явились свидетели. Причем непосредственно те свидетели, которые непосредственно имеют отношение к руководству ТСЖ. Ну, например, такой свидетель, как Черкашин, такой свидетель, как Хохлов. То есть у нас в очередной раз предпринимается попытка сорвать судебное заседание. И я так думаю, что из гуманных соображений, ну и вообще честнее было бы, если бы те лица, которые непосредственно давали какие-то команды или поручения вот этому несчастному, все-таки, наверное, взяли бы на себя часть вины, а не использовали бы человека вот как-то очень негуманно и неэтично, с моей точки зрения. Скажи, пожалуйста, ты в этом человеке узнаешь напавшего на тебя? Ну, естественно, на очных ставках мы уже обсуждали этот вопрос. Более того, на очной ставке он уже говорил о том, что он делал. И люди, все, которые участвовали в очных ставках, в допросах, они опознавали себя на видеозаписях и говорили о том, что да, они видят, как происходит вот это событие, происшествие, о котором идет речь в судебном заседании. И сейчас он отрицает то, что это он? Сейчас он почему-то занял такую позицию, что он ни на кого не нападал, но это, возможно, его такое мнение сложившееся, что он не нападал, ну, видимо, может быть, он имеет в виду, что он не нападал, но воспрепятствовал деятельности журналиста, я так только это могу понять. Вот. Ты как потерпевший, какого хочешь, там, на участи, наказания для нападавшего или, может, даже для... А я уже говорил, даже на очной ставке, и адвокат его меня спрашивал, Маслов. Я говорю, что я не хочу участи какой-то и наказания именно для этого человека. Я хочу, чтобы действительно нашлись те люди и были установлены они, если не следствием, так судом, те люди, которые давали им указания, по моему мнению, именно вот это совершать. Потому что у нас было многочисленное, большое количество публикаций по ТСЖ. И вот это я вижу итогом, то, что журналистов просто не пускали на это собрание.